Всем привет, с вами дядя Володя Страшный и особый привет Константину из Набережных Челнов. А все потому, что в очередной раз, уже была посылка от него, вот в очередной раз я сегодня забрал в энергии транспортной компании посылочку от него. Спасибо, Костя, что не забываешь меня. Помню, что стоял вопрос о рычажке обогатителя на мотороллер грузовой ТГ-200. И ты фоточку мне присылал. Я его как нужную мне вещь идентифицировал. И думаю, что тут, скорее всего, может быть, он и есть. Ну и приступаем к вскрытию. Ай-яй-яй. Как говорится, вскрытие покажет, что ела жертва перед смертью. Поэтому вот так вот. Ух, нифига себе. Вы знаете, здесь лежит то, чего я не ожидал увидеть. Ну, сюда руку засуну, нащупаю, и может быть уже нащупаю. Неужели такое совпадение? Ну, похожее совпадение, но совсем, не совсем, конечно, такое, чтоб такое. Ну я тут привязал же. Это кто-то от меня надоумил привязать-то. Смотрите, ребят, я привязал. Это мои поворотнички от дедушки Юпитера II. И Константин прислал такие же. Новые красотульки. Вот у меня были такие. А теперь у меня раз. Два. Три. Вообще нулячек. Нулячек. И четыре. Даже в смазке. Это транспортировочная смазка. И долгожданный рычажок обогащения с ТГ. Теперь у меня на ТГ будет все по фэншую. Не будет обломанного. Вот так вот. Ай, Костя, спасибо большое тебе за такую заботу об страшном. Ай-яй-яй. Ну и, конечно, всем, кто смотрел это, всем спасибо, всем пока. А насчет этого я думал, что они правда новые. Они всего лишь прошли обработку, анодировались. Ай-яй-яй. Все, пока.